На заседании правительства также прозвучал отчет о деятельности Комитета культуры и искусства области. В частности, глава ведомства Сергей Ершов рассказал о стахановских темпах повышения зарплат работникам культуры. Напомним, согласно майским указам президента, к 2018 году они должны увеличиться на 100%, то есть в два раза. Повышения осуществляются постепенно, и Мурманск в этом плане впереди планеты всей. По прошлому году мы показатель, который нам был задан, перевыполнили, потому что у нас средняя была почти 53% соотношения. В этом году, ну, в принципе, хотя оценивается все по итогам года, но уже можно сказать, что практически этот показатель уже выполнен вот по состоянию на конец лета.